3302 года выхода из Египта, этих чудес. Любой еврей в любом месте мира, в России, Мадагаскар, Австралия, Польша, Бухара, Марокко, Йеменские, Сфарцкие, будет есть ту же мацу, пить те же 4 бокала вина и будет рассказывать точно этот же рассказ. Так мне рассказал мой отец, кстати, вот его потом. И это мой единственный учитель, который в тяжелейших условиях учил мне азбуки еврейской, хумыш весь танах, он и мама помогала мне насчет хумыш, талмуд и поведение, и математику, и русский язык, чтобы скрыть какое-то время от школы, чтобы не писать в субботу. Так я рассказал своему сыну, мой сын расскажет своим детям, и так мы дойдем до выхода из Египта. 603 550 мужчин 20-летних. Этим еврейская религия отличается от всех. Во всех религиях, в лучшем случае, 5, 6, 10 человек, ведь 12. Но у нас все евреи являлись свидетелями чудес выхода из Египта, 10 наказаний. Все были в пустыне 40 лет, падение манна, воды, облаков. И без этого невозможно было быть в Синае. Я несколько был в Синае. Там выпадает редко, раз в 2-3 года, несколько миллиметров дождей. Облаков нету, там температура плюс 45, большие перепады ночью и днем, и с детьми там долго быть невозможно. Как же они могли продержаться 40 лет? И никто не пытался даже это оспаривать, и не осмелился что-то сказать буквально до последних каких-то 100-150 лет. Самое лучшее доказательство – это рассказы живых людей. И чем больше людей, и чем больше они честны, это сильнейшее доказательство всего. В эту ночь есть у нас много мицвот. Самая основная – «Вегигадато левинхо, баей магу леймир, баву зе осо адной ли бецесими мицвоим». Расскажи своему сыну в тот день следующий. Ради этого мы показываем нам отцу, мы показываем нам его, мы показываем на эти мицвот, что мы будем делать. Ради этого, чтобы сохранился народ, который будет выполнять эти законы, Бог делал мне чудеса, выйди из Египта. Есть еще мицва пить 4 бокала вина. Интересная вещь. Наши мудрецы сделали очень умно. Расскажи своему сыну. Но надо, чтобы это было не формально, не как текет, как здесь говорят, а чтобы это дошло до него. Поэтому они сделали в эту ночь изменение от всех праздников. В любой праздник есть бокал кидуш, говорят о значении дня,
что Бог нас освятил, дал законы, память о выходе из Египта, о сотворении мира, и тут же идут есть. А в эту ночь наливают один бокал, и тут же моют руки, без брахи, и берут какой-то овощ и макают в соленой воде. Маленькие дети что-то удивляются, что-то непонятно. Но он еще терпит. Когда наливает второй бокал, он уже не может вытерпеть. Он начинает задавать вопросы. Тут он задал, это другой вопрос, что некоторых уже более властных подучивает. Но сделано было так, чтобы действительно удивило, и чтобы они начали задавать вопросы. Теперь, как должен быть стол? На столе должны лежать три мацот. Наш народ состоит из трех частей. Коэн, Леви и Исраил. Почему три мацот? Я вам еще потом еще причину скажу. Обязательно должно быть на столе, должны быть два вида блюда. Когда был храм, и надеемся, доживем и в этом году, может быть, будет, так каждый год надо было принести пасхальную жертву. Это в памяти того, что перед тем, как выйти, был приказ Бога демонстративно показать, что мы не верим в святых животных. В память этого Бог велел, чтобы все евреи в один день, евреи вышли из Египта в четверг. Был приказ в субботу, 10-го Нисан, чтобы все евреи, значит, заготовили себе козленка или барашку меньше года, чтобы это мясо в среду зажарили, как шашлык, значит, снизу огонь, а сверху он висит целиком. Это была большая опасность. Как в Калькутте сейчас, идти таскать с коровой. Должны были сложиться, чтобы символически поесть кусочки этого мяса. И как раз в эту ночь, в среду, в полночь умерли первенцы Египта. И после полуночи, когда у фараона умер первенец, и он боялся за себя, и в каждом доме был большой шум, плач, тогда он прибежал, да, и разорвил, уже вам разрешило выехать, можете выезжать. Говорит, мы ночью не идем, пойдем утром. И они в четверг вышли. Поэтому, в память этого, каждый год мы должны сложиться, не обязательно наесть, это как, просто как мицво. Это было мясо по колбам Песах. В память этого у нас лежит вот это, кусочек зажаренной, ну как сказать, крылышко, головка. Кроме этого, еще было мясо обычно шламин, шламин хагига. В честь праздника резали что-нибудь такое, это можно было сварить. Вместо этого у нас на память яйцо. В эту ночь мы обязаны еще есть мацо. Весь Песах мы можем есть что угодно, орехи, картошку, но не хлебные. Но мацу в эту ночь обязана. Баэре в тохву мацот. Мы обязаны есть маца. Поэтому у нас здесь будем еще митва выполнять. Вот у нас эти мацот. Мацы выпечены, все как положено, хранили шмура, чтобы они не скисли. Мы сами делали. Как раз здесь сами пекли в какой-то мере. Приложили руки, во всяком случае. Кроме этого, еще в памяти того, что нашу жизнь старались сделать как можно горче, старались давать такую работу, чтобы план, чтобы нельзя было выполнить, и потом было за что придираться, так мы должны есть горькие овощи. Горькие овощи у нас есть салат и тут хрен. Но дело в том, что салат, хотя он сладкий, почему же напоминает горечь? Если он долго будет в земле, он станет страшно горький. Я это когда-то пробовал. Так то же самое было с нами. Приняли нас в Египет как почетных гостей, родные Иосифа. Мягко селили, а потом было жестко спать. Поэтому хрен, значит, подходит. Теперь есть еще у нас здесь хоросет. Хоросет должно быть сделано из орехов, яблоки. Немножко вина надо было красного, тут не совсем достаточно его. И такие продолговатые, напоминающие нам саман. Добавим немножечко вина, чтобы были напоминающие эту глину, которую они месили. Это называется кара. И я могу еще раз повторить. Это называется зруа. Помни, что сильной рукой, без зруа, без зруа на туя, Бог нас вывел. Это быца, это в память того, что был колбан хагига шламин. Здесь мороз. Здесь хоросет, здесь халатит. Это капас, я уже сказал, что мы берем овощ, макаем в соленой воде, чтобы удивить леатмия это финокот, а это у нас мало хоросет. Теперь, что такое маца? Маца, согласно преданию, есть только пять видов. Хамейшет аминим, хитим, пшеница, сорим, ячмень,
что Шибола Чуал Авиос, Шипон Рош и Кусмин, это полма. Из этих пяти видов, если мы сделаем муку и смешаем с водой, если это будет лежать при нормальной температуре 18 минут, это хамец. Если тут же замешаем и выпечем, это маса. Лота халалав хамец, шивата лимца халалав масот. Значит, только из этих видов, что может быть хамец, может быть маса. Маса из других видов муки, скажем, из рисовой, это уже не маса. Это есть обычай, и тоже нет. Это другими словами, у европейских евреев не едят их в Песах по другой причине. Но из них маса не может быть. Теперь еще остановили хахамим четыре бокала. Аба, косы. И что на слово сейдер? Сейдер это порядок. Хахамим установили, чтобы любой еврей, мужчина, женщина, плюс детей, пили аба косот. Ала сейдер. Порядок такой. Почему четыре? Почему не пять? Почему не три? Когда евреи были в Египте в отчаянии, они пробыли, не забудьте, 210 лет. Мы в Союзе 72 года, а там, а там 210. А 116 лет они работали беспросветно. Так они были в большом отчаянии. Бог послал Моше Рабейну, сказал, евреи, не отчаивайтесь. И обещал им пять обещаний. Лохейн эмор ливне Исраил ани Адоной. Поэтому скажи евреям, я Бог, слово мое слово, я обещал вашим отцам, что вы народ вечный, и выведу вас из сербен. Первое обещание, вы гоцейте этхем митахат сивлот Мицраим. Выведу вас из тяжелых условий труда Египта. Один бокал. Тяжелые условия труда, норма была непосильная. Они работали долго без выходных. Я помню, в лагере тоже были барак усиленного режима, где работали так, без выходных, даже в Новый год, 1 января работали. Так, когда Моше стал ходить, он объяснил Паро, что если человек не имеет выходного, он меньше живет, он умирает. Я знаю опыты со слонами. Заставили слонов работать больше, они на 10 лет раньше умирали. Это точно, я знаю опыты эти. Так, он говорит, хорошо, выбери какой, он выбрал субботу. Тогда еще не было закона в субботе. Потом, когда дали на горе Синай субботу, он радовался. Поэтому в субботу у молитвы говорят Исмах Моше. Так первый бокал, когда уже что-то начало двигаться, стали условия труда более сносные. Вы оцейки Эдхэм и так от Сивот Митраев. Второй бокал. Вы и так и Эдхэм и Абудатам. Освобожу вообще от работы. Гемора Рашишоне говорит, что после нескольких ударов, когда то подвздыхает скот, у начальника которого подох, он ищет, что с ним делать. То у него самого нарыли, уже дисциплины не было. Хочешь, придешь на работу, хочешь, нет. Вейцалти Эдхэм, я буду там, второй бокал. Третий бокал, Вейгуалти Эдхэм, я вас избавлю, выведу из Египта, без реально туя. Что-то с вытянутой мышцы, обещательными, большими наказаниями. Выход из Египта, бокал. Третий. Четвертый. В локахте Эдхэм Лилеам, Вайте Лахэм Лилегим. Я буду, возьму вас и будьте моим народом, буду вам Богом. То есть, другими словами, вы подниметесь на высшую духовную ступень. Вы получите мои законы Тору на горе Синай, по которой будете жить, и будете нести веру в Бога во всем мире. И пишет прекрасно, Рав Шимшон Рафаэль Гирш, что если еврейство ждало победы над идолопоклонничеством и более тысячи лет, то я убежден, это он писал в 1680-85 году, очень мало осталось, может быть, меньше 100 лет или 100 лет, когда будет победа над атеизмом. И мы дожили. Дарвинизм фактически уже, все видят, что это ошибка, гипотеза, и атеизм подох, точнее, не умер, а так и подох. Все. Теперь еще пятое обещание. Вы видите Эдхэма Лаарет, я вас веду в страну, и отдам ее. Этот бокал наливается, ставится на стол, то есть обещание Бога выполнится, напить мы не пьем. Мы называем его бокал Ильяу Анови. Почему? Потому что мы верим, что слова пророков, и что Бог обещал еще вернется пророк, что будут у нас еще такие пророки, как Ильяу, еще выполнится во время Моше. Как понять Абакосота Ласида? Сидер это порядок. На первом бокале мы будем делать кидуш. О значении дня.
На втором бокале будем рассказывать половину, главную половину выхода из Египта. Вопросы будут идти и ответ. Третий бокал будет после того, как покушаем маца, малор, афикоман, будем благодарить Бога за пищу. Я не хочу вас обманывать. Сегодня у нас будничный день. Или еще мы бы не снимали. В праздник это нельзя. И еще одно. Одна из заповедей зря в суе нельзя вспоминать имя Всевышнего. Ведь как у второй написано, «Леера» — это «Ашем», «Анирбад», «Ванурадзе», «Эйта Ашем Элакер», чтобы ты боялся имя, почетное и страшное. Так мы можем произнести имя Всевышнего как положено, только или когда мы благословляем Бога за пищу или там за еду, или во время, когда мы учим Тору, читаем псалмы. Там где-то можно, я буду говорить нормально. А там, где нет, я буду говорить Хашем Элокейну. Потому что сегодня не пасхальный вечер. А вы, пасхальный вечер, будете произносить так, как положено. Еще одно. Этот вечер напоминает нам и свободу, и рабство. Рабство напоминает нам то, что мы будем есть горькие овощи. И мацу среднюю мы разделим на две половинки. С одной стороны, в субботу и праздники обязательно делали благословение на хлеб на две целые. В памяти того, что накануне субботы, накануне праздников, собирали ман на два дня, и он не портился. Леха мишне. Так Пасха тоже праздник, надо делать браха на двух мацов. С другой стороны, маса называется лехамуни, хлеб, напоминающий бедность. Что мы были рабы, и не хватало деньги на целую лепешку. Поэтому браха лахилат маца мы должны сделать на кусочек. Поэтому принято все в середине года, мы среднюю мацу разобьем на два куска. Половинка останется, половинку спрячем, что будем есть в конце трапезы. В конце трапезы кушают то, что называется афикуман. Почему? Потому что обыкновенно, когда был храм, кончали после того, как все поели, кусочек пасхальной жертвы. Показать, что мы это едим не для того, чтобы насытиться, а как память. Сейчас нет пасхальной жертвы, мы не едим афикуман. Кстати, я хочу объяснять интересную вещь. У всех евреев есть обычай, что детишки ищут афикуман и воруют его, и прячут. А потом торгуете с ними, обещаете им что-то купить. Откуда это обычай? Он мне казался странным. Мой сын предложил мне бенцион, интересную мысль. Ведь весь смысл Агады рассказать кому? Для детей. Так надо, чтобы они слушали. Поэтому я, например, очень настаиваю, чтобы всегда днем как бы не были заняты, чтобы жена и дети прилегли на час, чтобы не спать во время седа. Во-вторых, стараться приготовить весь стол, когда мы уходим на молитву под вечер, чтобы все было накрыто. Сразу начинать. Не тянуть. Так детишки, если они знают, что они что-то выиграют, что-то заработают, они же спать не будут. А самое главное, а года кончается где? Самое главное, начало рассказ. Потом маца, афикуман. После афикуман уже не так уже второстепенная часть. Так они же спать точно не будут. Теперь, что надо вам сказать, что так как вольный человек имел обычай, есть облокотившись, вот так. Раб не имел права, строго наказывался за это. В памяти этого, та часть, которая напоминает нам о свободе, маца, почему мы едем мацу? Потому что не по нашей воле мы пекли мацу так быстро. Мы могли ждать, когда скиснет. Но так как египтяне торопили, давайте быстрее уходить, а то мы все умрем. Они удивились. Говорили, старший первенец, говорят, а в каждом году больше, чем один умирал. Там есть женщины, были не совсем честные, бывало, могли быть два первенца в одном доме или три, и так дальше. Так что получилось, что мы должны были запас пищи быстро печь. В память этого мы едим отцу, это память о выходе из Египта. А и то же самое бокалы об освобождении. Так когда пьем бокал, мы должны чуть-чуть прилечь на левый бок. И когда мацу, если нет кадушки, хотя бы на плечи тала. Все. Теперь мы начинаем. Есть очень красивая песенка «Кадыш урхас кеапас яхас». «Кадыш» — это значит «кидуш», это для запоминания. Так я делаю «кидуш». «Кидуш» можно делать сидя,
некоторые стоя, кому как. Я лично привык к себе. Барухату Ашем, Элокейну Мелахолом, Бейреи при Агофен. Барух Ату Ашем, Элокейну Мелахолом, Ашем Бухабону Миколом, Времимону Микол Ашем, Бекидишону Бемитвисол. Ватитен Лону, Ашем Элокейну Авон, Меядим Лисимхом, Хагим Узманим Лисосим, Эсим Хагаматей Сазе, זמן חירוסינו, מיקרו קידש, זכר לציאס מצרויים. כיוונו לא חרטו, ויסונו קידשתו מכל רעמים, ומעדי קודשכו, בשמחו ובשפיני חרטונו, ברוך אתו השם, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתו השם, אלוקינו מלך העולם, שחיינו וקיימונו, Я переведу на русский. Да. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградный. Благословен ты, Ашем наш, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и возвысил нас над всеми языками и освятил нас заповедями своими. Ты, Ашем наш, дал нам по любви своей праздники для радости, торжественные дни и времена для веселья и день настоящего праздника опресноков и настоящий день священного празднования, время нашего освобождения, священное празднование в память исхода из Египта. Ибо нас ты избрал, и нас ты освятил из всех народов, и священные праздники твои с радостью и весельем ты дал нам в удел. Благословен ты, Ашем, осветивший Израиль в торжественные времена. И еще одна. Благословен ты, Ашем, наш Царь Вселенной, сохранивший нас в живых, обеспечивший наше существование и доведший до сего времени. Пьем? Без брахи? На бок. Пить надо больше половины, обязательно. Что называется бокал? Минимум это 86 сантиметров. Грамм. Сантиметров. Средний номер 125. Это равно... Те, которые очень религиозные, 150. Рекомендуется взять бокал побольше и выпить лишь. Если тяжело, можно пить виноградный сок. А сколько нужно выпить от стакана? Но есть разница, что мужчина и женщина в этих вопросах. Я сказал, если больше? Если 86, хотя бы больше половины, взять это будет, сколько будет, там 45 хотя бы. Угу. Это первый стакан был? Это первый бокал. Первый бокал. Кадыш. Теперь надо мыть руки без брахи. Возьмем кусочек овощи, макнем в соленой воде. Это называется каша. И есть как у ногуч каша. Кстати, у нас ее солили, мы его едим. Так мы на нем сделаем браху так, как положено. Богу Адоней, Элохейну, Мелех Олам, Берей при Адоно. Омин. Баруха то Адоной Элохейну, Мелех Олам, Борей при Адоно. Омин. Здесь есть сразу, есть. Макайте. Соленую воду макаем. Я уже говорил, что после кидуш принято, чтобы моют руки без брахи, берут любой овощ, огурец, луковицу, капсу, дальнейшую редьку, макайте в соленой воде, чтобы кто-нибудь из них удивился, и он тут же начнет спрашивать. А почему делать надо на тела дедами перед тем... Дело в том, что когда мы кушаем дичь и макаем какую-то жидкость, то, что принято так делать, тогда надо... мысли, без брахи. Но дети удивляются. В его время еды, когда есть мясо, либо понятно, что было что-то соленое. Но до еды зачем что-то не начинает уже спрашивать. После этого мы должны в среднем массе яхас. Значит, мы выполнили кадыш кидуш, рехас мыли руки, капы съели, все яхас. Я массу делю на 2,5-2 части. Вот та, которая, значит, поменьше я оставляю тут, как было. А больше я где-нибудь спрячу нафиг. Может, завернем что-то? Завернем что-нибудь. Смотрите. Я прямо вот. А?
Скорее где-нибудь спрячем. А если делали так, на плечо клали. На плечо клали. Я где-нибудь спрячу, чтобы никто не мог найти. Это что мы делали? Это было Кадеш, Урхат, Капас, Яхат. Яхат. Разделили. Все. Плохо. Так, дальше. Тебя надо открыть, чтобы масса была видна. Теперь мы начинаем, собственно, выполнять мицва рассказа выхода из Египта. Я скажу весь абзац, и его переведу первый. Холах муайо, яхол авосо, но барод митсорин, кол дирфи еси веехел, кол дирсих еси веиста, хошато хохо, лешон або, барод митсорин, хошато авди, лешон або, бней хирин. Вот этот хлеб бедности, что ели наши отцы в стране Египет. Кто голодный, пусть придет покушает. Кому надо, пусть справляет посол. В этом году здесь, в будущем году в Эрец Исраил. В этом году мы рабы, в будущем году свободные. То мы говорим в Эрец Исраил, всегда же были вы в Эрец Исраил. Имеется в виду, что было уже полное избавление во время Машеха и храма. Шломо хочет что-то спросить. Давай встань. На понятном языке что ты говоришь. А потом переведем на иврит. Чем отличается эта ночь от других ночей? В иные ночи мы едим либо квашеный, либо пресный хлеб, а в эту ночь только пресный. В иные ночи мы едим разную зелень, а в эту ночь только горькую. В иные ночи мы ни разу не макаем, а в эту ночь дважды. В иные ночи мы ужинаем сидя или возлегая, а в эту ночь все возлегаем. Нам задал вопрос самый младший на русском языке. Как быть, если нет детей? Тоже нас спрашивает у мужа. Если двое мужчин, один и другого. Если один. Я был в лагере, помню, один спрашивал у себя. Еще когда-то я был в деревне. Но еще есть у нас еще Ари. Ари задаст тоже вопросы на иврите. Ма ништану алайло азе микой лалейло из. שבכל הלילה יסונו אוכלים חומץ ומצו, הלילה הזה כולו ימצו. שבכל הלילה יסונו אוכלים שער ירוקויס, הלילה הזה מורו. שבכל הלילה יסיננו מבדילים אפילו פעמי חוס, הלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילה יסעונו אוכלים בין יישבין ובין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין. פוסטרקו בלזדה מבפוסי נדע פשעת. עבודים היינו לפרעי במצרועים, ויצינו על זה אלהים משום ביות חזקו וזרי המצויו. וילו ליציאה קודש בורס על הסינו במצרועים, הרי אונו ובנינו ובני בנינו, משמודים אינו לפערי במצרועים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבינים, כולנו זקנים, כולנו ידים מסתרו, מצרועים לספר בציאס מצרועים, וחמר בלספר בציאס מצרועים, הרי זה משובוך, רבנים ובילי ופערו ובגיקטר. ובילו נסבוך התודה ניתק פרוסה, סילנר וקוי ויצנתם מישצי. А если Бог не вывел бы наших предков из Египта, то мы и дети детей были бы рабами у фараона Египта. Поэтому даже если мы все хахамим, знающие люди, мы все говорим сообразительные, мы все скинем уже взрослые, пожилые, мы все знаем Тору, мицва, мы обязаны рассказывать о выходе из Египта, и кто больше рассказывает, тем лучше. Читаю. Да. Вы читаете на иврите? מעשה ברבי אליעזר ורבי שמעון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי צפן שהיו מסוימים בבני ברק והיו מספים תשעים מסיים כל איש הלילה עד שבו שם זה יבוא להם רבי סיינו הגיע הזמן כי יש משהו שאחר יספר בדין. אז לך זה רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אליעזר בן עזריה, רבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי צפון справляли פסח בני ברק. בני ברק אני говорили об исходе всю ночь напролет, пока не пришли ученики и не сказали: «Учителя наши, настало время утреннего чтения Шма». То есть самые великие люди в то время. «Он облазал за Беназар, а ры они к вечерим шонул, лизахи сищет он мирить, а с лица им болылись, а щедроша бензим, а шенема, леман ты зекия синтисхо мирас мицаим кирим и хаеху».
ימיך יחו היומים, ימיך יחו הלילי, וחכו מימי, ימיך יחו אילום הזה, כי למיך יחו לבילי, מהיץ המשיח. רבי לוזה בן עזריה גברית, я уже похож на 70-летний, он был еще молодой. Но нужно было выбрать главу всех 71 мудрецов Санедрин, и он оказался достойным. Так было сделано чудо, чтобы не было некрасиво, что молодой человек это 17 стал главой, так ему появились седины. Так я уже выгляжу как 70-летний, но я не мог добиться, что вспоминали выход из Египта ночью. Утром все согласны, что мы говорим о Шарасите Эдхэм и Эдмитраин. Но ночью я не мог добиться, чтобы это сказали вечером Цифит, главу Цифит, о Цифит. Пока Бен Зума не держал такую речь, написано в Торе, чтобы ты ломантизкор, чтобы ты помнил Эсим Цитхам и Эсмитраим, Коли Михаил, день выхода из Египта, все дни жизни. Слово «все» можно было написать «помни день выхода из Египта, дни жизни». Так было бы написано «дни», так только днем. Все дни, значит ночью тоже. Мудрецы говорят, не обязательно ночью. Если было написано «дни жизни», мы бы сказали в это время. Но когда придет полное избавление, как люди скажут, зачем нам вспоминать выход из Египта? Были такие страны, говорится в пророках, выход из страны севера будет настолько удивительным, что скажут, зачем нам вспоминать выход из Египта? «И не я ним боим му мадыной, наступит ни возьму». «Бло йом руэйт хая адыной ашаэлэс и сойл мэрас мэсмитраим». Раньше клялись, как Богом, который мог вывести евреев из Египта. Это не будут говорить. Как будут говорить? «Хай авны аша элас Исроил, меерет софином, клянусь жив, как жив Бог, который вывел евреев из страны севера и из всех стран». Тогда зачем вспоминать выход из Египта? Как он говорит, нет. Несмотря на то, что все-таки будет большие удивления, как это мы вышли, вспоминать надо на втором плане. Слава Богу, что вывели из страны севера и из страны Египет когда-то. Теперь в Торе упоминается в четырех местах в рассказе. Баруха мухим баруху, Борошима сантир Аллам Исроил, баруху, кенегед абобо нимдим ротиро, эхот хохом, эхот рошо, эхот там, эхот шенеиди алишиу. Бог называется Маком. Он сотворил материю, пространство и время. Так он называется Маком. Миру в Боге, а не Бог в мире. Так благословен Бог, это называется Маком место, благословен он. Благословен тот, кто дал учение своему народу, будь он благословен. В Торе говорится в четырех местах, потому что один умный, который хочет знать, а Ахад Раша, один негодяй, который считает это все лишним, один бесхитростный, один вообще даже не догадывается, что надо спрашивать. Хохма оймер, мога иди с вахуким вамишпатим, а шатсилуазна илайна эсхэм, вафатаем овэ килхэш апэсах, и мафсир и нахар апэсах, апэким он... Написано в книге Дворим, 5 Хумыш, глава 6, когда спросит тебя, сын, в чем состоят эйдот, такие митцвот, скажем, каких смотрут, свидетельства, напоминающий факт. Хуким, хуким законы непонятны нам о жертвах, мишпатим, отношения между людьми, что Бог наш нам велел, так он говорит, а чем наш Бог, значит он со всеми, но хочет знать детали. Так ты ему отвечай все законы Песах, объясни ему, как надо вести, кончая вот этими последними словами, что после уже пасхальной жертвы ничего уже не надо есть. Раша Маулимер, ну а выду азот лахем. Раша негодяй говорит, зачем вам этот труд? Для вас, он себя не включает. Лахем, не, вам, зачем вы трудитесь, возите, собираете за хамес? О, пишите, сад, примена, толком, говорит вам, но не ему. Так он себе вынул из общества евреев, он отрицает главное. ופתו הקיה שינו ומולי בה, וזה עשור ולי בסיסים במצורים. לי וללי, אלו ישום ולגו, תקטי זה למוקיס לו זובה, יסקזי אמו. רדי אתו, רדי אתו, רדי אתו, רדי אתו, רדי אתו, מורי ברזל מניה שזה זה בין אגיפתה. מניה, נניה אמו. בובו הוא תמה בני וישו, אבו מי עובדתי, פרי דניה שתובו לתמנו. תמה אוהל המזיק. בסחיתו סניגו לריס, נפיסו כי שוחד יוכר למחר למי המזוך. סיס פשטת תקויה. «Ломато и лоб, хизик и оды, чуалыны, бицайны, бисаводим, скажи ему, сильной рукой Бог вывел нас из Египта из дома рабов». «Еще не верши от псахлэйше нема, вегатов и хоба и улы меба, уже осознали бицесим и митроим». Такой мальчик или девочка, что даже не понимает, что спрашивает, начинай ты, заинтересуй его. Написано в Гигадето, сообщи, расскажи сыну, кто один следующий. Ради этого Бог мне сделал чудеса, выйди из Египта. Но когда рассказывает? Яхон Марышхиви стал мудрым обоим могу.
и боим ау ехал мы бедним, там лима бабузе, бабузе ломахем, еще шизмато, умогем у ног им лафонеху. Может быть, начиная с месяца избавления Ниссан, там писано, расскажи сыну в тот день. В тот день, может быть, начиная со дня, скажи бабузе ради этого, когда показываешь нам отца и мора. Битхила и вдя выды зору я бы сына, вахшов чего нам окейм, лавы досы шенема, ва им решу я лголом. Ки ама адуну я лгей не слоил, бивера ночь я бы сихам хилом, теха я бром ваби нахир, ва я вдя ли им ахирим, ва я ках и сабих и сабром бивера но, ва я лих и сиб холерат кнуам, ва бен зари, ва тем ли эс исхол, ва тем ли сры сянки в сисо, ва тем ли сры сарси ал реши сиси, я киму ва но, в йогу мисроим. Он сравнивает еврейский народ, как течет мутная вода, проходит разные слои песка и постепенно очищается. Сначала наши предки служили идолам, а теперь Бог нас приблизил к его службе. Иешуа говорит всему народу, это в 24 главе еще. Так сказал Ашем Бог Израиля. У побережья реки Ефрат сидели, жили ваши отцы из древна, Терах, отец Авром и отец Нахор, и служили богам другим. Завзял я вашего отца Авраама из побережья реки, провел его по всей стране Кнуан, это Эрец Исраил, размножил его детей, дал ему Ицхака, и от Ицхака я дал Якову Эйсов, Ицхуга я дал Якову Эйсов. Эйсов отдал я гору Сеир наследовать ее, а Яков и его дети сошли в Египет. То есть немного то, что было отбросило Авраама, вышло в Ишмоэл, то, что было Ицхака, вышло в Эйсов, и очистил. Что Бог обещал Аврааму? Заключаю с тобой брит олам, союз навеки. Авраам Авину, Бог ему сказал, оставь страну, родину, дом отца, иди. Куда? Страну я тебе укажу. И он ему указывает Шхем, Бетил, Хеврон, Бершева, Иерушалаим. Это будет земля твоей детей. Заключаю с тобой союз навечно, брит олам, союз навечно. Быть Богом тебе и детям, и я дам эту страну. Мы сейчас это видим. Никто из древних народов. Это было сказано 3700 лишним лет тому назад. Все сохранилось. Где египтяне, все они идеологически есть какие-то люди, но не с той верой, не с... Мы остались тот же народ, с той же верой в одного Бога, с той же азбукой, с той же Торой, с той же субботой, с тем же Песах, нету. Так благословен тот, кто сохранил обещание этот народ сохранить. Барух, шемирав, тохосел, Исраил, барухум. שהקודש ברוך היא שבסקית לסיס כמו שאמר לאברום אבינו בריבי ועיד בן הפטורים שנאמר ואין על אברום ידיע תדע כי גיע יהיה זרחות דרך ללהם ועבדו וניס אבבו מי שונו וגם מסגיע שיביא לדונו ניחי ואחרי חייצו ברכו ושגודיו בלגוסלונן תות בוך זנשי שתו ויפונים רבי שני עבריים בלגוסלונן און ראשית ולכנית ויפונית כקודם שאל אברום אבינו קודדתה. Когда Авраам Авину было 70 лет, Бог ему велел взять трех телят, трех козлов, трех баранов, это символ сынов народа, рогатых, здоровых, зарезать их, разрезать пополам. И когда делали союз, все, кто заключали союз, проходили. А голубку он еще велел взять, он не разрезал, это значит о будущем еврейского народа, он всех их переживет. Так тогда потом он видел Авраам перед глазами, как огненная печь пошла мир. То есть Бог заключил с ним союз о вечности народа, и что мы вернемся в эту страну. Так он сказал вам, но знать, чтобы ты знал, твои дети будут какое-то время гер. Что ты гер? Пришелец. Не в своей стране, в чернении их. Будет время, будут работать с ними, будут мучить их. От рождения до выхода 400 лет. Но также народ, который будет судить, я нахожу, а потом они выйдут большим имуществом. Как же получилось 400 лет, а были всего 210 лет в Египте? Так 400 лет от момента рождения Ицхака, Кигия Езараха. Он уже чувствует себя, раз он знает, что он будет где-то в рабстве, он уже чувствует себя уже где. 190 лет это страдания Авраама и Исаака. Да, так ходит. Теперь идет в том, что мы будем петь, что это обещание Бога выдержало во все времена. Вехише умдо, вехише умдо, лавей сейну велонну, вехише умдо, вехише умдо, лавей сейну велонну, шалей эхот биумад, омадолейну лахалей сейн, шалей эхот биумад, омадолейну лахалей сейн, эла шепхогрил воды, эйнил алейну лахалей сейн, веякодыш Богуху,
Мацілейну мльодом, за якодись бовуху, мацілейну мльодом, за якодись бовуху, мацілейну мльодом, за якодись бовуху, мацілейну мльодом. Вегіше омдо, вегіше омдо, лавей сейну велону, вегіше омдо, вегіше омдо, лавей сейну велону. Шалой ехот билдан, омад алейну лхалей сейн, Элла шапхал билады, инди алейну лхалей сейн, веякодыш болуху, мацилейну мьодом, веякодыш болуху, мацилейну мьодом. И беги, вот это обещание Бога выстояло и для особи для нас. Ни один взялся нас уничтожить. В каждом поколении находятся многие хотели. Начнем с самого начала. Я немножко побегу вперед. Яков был у Лавана. Лаван, конечно, был не тем взглядом, что Яков. Он идолы. Так ему не нравилось, что Яков делает. Это когда Яков, в конце концов, от него убежал, он гнался. Что он хотел? Может быть, он хотел убить Якова, может, он хотел отнять детей. Он уже хотел уничтожить. Потом пойдет дело насчет Египта. Начинаем читать дальше. Ци, он мадма бикиш вовна амила сисли Якова вину. Шепарли горе лас хорин. Вловон бикиш лакир эсакиру. Теперь мы должны покрыть мостов. Шенемер арам иду дою ваир митцайма айгрошон бенцимот ваишом гиргобило. Цуху горо. Иди поучи, что хотел лавана амис сделать с нашим отцом Яковом. Парень дал приказ только мальчиков убивать. А Лаван хотел все убивать. Написано Арами, Лаван из леса Арам хотел, чтобы попал мой отец. Потом были неприятности, пришлось ему сойти в Египет для голода, быть там, и Вайога, быть как пришелец. Малочисленных людей. Сам из него стал народ большой и сильный, и многочисленный. А почему из-за Лавана, начинает с Лавана, и вдруг спускается в Египет? Потому что он перечисляет все неприятности, начиная с слова, но он от него убежал. Потом стал голодом, вынужден сойти. Ну так это Лова на Араме хотел, чтобы мой отец попал. Это одна неприятность Бог выручил. Второе, что пришлось сойти в Египет из-за голода. Третье, потом нас начали мучить. Тут разбираются эти слова, каждое слово отдельно. Ваер Мицраим Олусов Пиадибу, Ваер Грошом Ламит Шарьер, Ваер Грошом Ламит Шарьер, Ваер Грошом Шалема, Ваим Ропай Лагу Борот Бону, Кеим Мир Элатина Шала Водеха, Кихави Дорога Берас Нуам, Зато Ишина Водеха Берас Гейшин, Сошел он в Египет вынужденный по приказу Бога. Не до голода. Ваер, он, есть разница, Гер это пришелец, не в своей тарелке, не у себя. Это лучше, конечно, Яков не думал остаться в Египте, но пережить написано, они сказали Паро. Мы пришли пережить здесь, потому что нет пастбища, мелкому скоту у твоих рабов, ибо тяжелый голод в стране Кнуан, а теперь пусть посидят, пожалуйста, твои рабы в стране Гошен. Бумсей, мы вот мы шанаем, обещи мне, почему рабы сэхом и цойму, да ато сумху азмей лэхо, кихрия шумахи им лови, малочисленные, как сказано. 70 душ сошли твои отцы в Египет, а теперь Бог из себя взял, как звезды на небе много. Боишем людей, мы ламы чай своим солнцем. Он стал сам народом. Как понять народ? Людей гобил. Евреи уже выделялись, они стали быть вместе. Отцум. Отцум сильный. К машинам в лесу, полу, воишусу, воебу, воясму, бумит, выйдва, тимоле, овоц и сом. А сильные евреи плодились, значит, почти не было бездетных. Мы не знаем, нам известно, что ни одного раза не было попытки за все 210 лет прекращения беременности или аборта. Боишься, что они размножались по многу, есть еще по 6. Я раньше думал, это аллегорически, потом 5 я уже сам видел, а 6-7 я знаю случай. Бои бы размножились и были сильные очень-очень, и наполнили земля ими. Дело в том, что если рождается много, не все выживают. А тут они размножились и были не слабые. Волок, больше не может, волок, чем их особенно сафир. Батир, вы достигли в это время биадуим, что да им нахилуса в сумеях, батири и верю. Вуэ бива лаих ваих, мир бисесес бодомоих. Ваим Аллох бодомаих аим, ваим Аллох бодомаих аим. Волок это многочисленный, как написано в Хескина, говорит об истории евреев. Он сравнивает евреев, как ребенок брошенный в поле, валяется в своей крови. Львова десятки тысяч, как растений, поле себе сделал.
ты выросла, подрастала взрослой и пришла уже украшением. Уже подросла, уже грудью готовы, волосы, но ты нечем чего одеть, голые не покрытые. Я пошел вокруг тебя, увидел, как ты валяешься у своей крови, и я сказал тебе, в своей крови будешь жить. Сказал тебе, в своей крови будешь жить. А тут не просто в своей крови будешь жить. Дело в том, чтобы выйти из Египта естественным путем, ни один правитель не выпустит 600 тысяч бесплатных рабов. Нужны были какие-то чудеса. Чудеса они не заслужили. Большинство евреев не делали образование, многие уже стали служить идолам 210 лет. Так позже, когда Бог послал Моше, и они видели чудеса, они уже стали задумываться. Так нужно было, как, что делаем с бедным человеком, который не берет подачку. Мы ему даем какую-то работу, не горит сейчас. Распилить дрова или женщине пошить, и даем деньги как будто за это. Так он дал евреям две митцвы, заповеди, связанные с риском. Первый митцвы я уже сказал, что все евреи должны были, значит, объединиться по кусочку от козленка или баранки. Это были святые животные. И было связано с риском. С риском для евреев. Таскать святые животные по улицам к себе, потом египтяне ему поклонялись. Потом, если бы хоть варили, не видно, что варишь, не слышно. Целиком он его жарили, видно было. Это большой риск. Второе, кто не сделал образование, не имел права есть. Далее, если отца сына не сделал, не имел права всех есть. Так что сделал образование эти 4 дня? Так две митцвы сейчас искали сквозь. Это значит пасхальную жертву и образование. Поэтому два раза в своей крови буду жить, в своей крови буду жить. Он цитирует фразы, что еврей говорил, принося первые плоды, что рабы не были в Египте, а теперь он начинает. Ваеры и сонамицы маян муну вайтнулыну, а видоко, что это следующая фраза там. Ваеры делали с нами злые египтяне и мучили, наложили на нас тяжелую работу. И каждый несколько слов он цитирует. Ваеры и сонамицы маян муну вайтнулыну, а видоко, что делали нам злые египтяне и мучили, и наложили на нас тяжелый труд. Ваеры и сонамицы плошене махово нисхакмулы пенгербе виайо. И секера милхому внесав гаму алсенеинову, нилхамбу, нололоминову, паяну гикмошене валу, осим олов царим и сим, мана не себе сим лисом, маир ной мишли сосаре спите бесранцы, и своих номина видов пошел к мошенема, пая виду лица и назну и своей, и лбословер. Сделали нам злой египтяне, как сказано, давай, не схакно, сообразим, что сделать с этим народом. Как бы его не стало много, то будет в случае войны, пристанет он тоже к нашим врагам и будет воевать с нами, и уйдет из страны, то есть придется нам уйти из страны, не хотят на себе говорить плохое. И мучили, как написано, наложили на него, на народ, начальники подати, но подати не нужно будет царю, это вся стройка, специально, чтобы мучить изнурительным трудом. Так он построил еврейские города, сделал статские для пары, Питом и Рамсес, они известны где сейчас. И наложили на нас тяжелый труд, как написано, заставили работать египтяне евреев изнурительным трудом, замучить. Как есть он Мидраш, очень умно сделал Паро. Пришли к нему и говорят, слушай, этих чужих евреев стало много, надо что-то от них избавиться. Мидраш сохранил святость предания. Он говорил им, дурачо, шотим. До сих пор наша экономика за чей счет держалась? За счет того, что их предок Иосиф продавал хлеб и взял накопление. Они ему говорят, если ты не слушаешь голоса из стариков избранных народов, мы тебя снимаем из царя на 3 месяца. Был бы он честным, он бы поддержался, через 3 месяца вытянет с вами все. И предложение. Обращение ко всему народу Египта. И отдельное обращение дорогим нашим гражданам, потомкам Иосифа. Для нашей великой страны Египет необходимо закончить некоторые стройки, это обеспечит ее оборону и честь Египта. Мы все выходим как один, во главе с царем и министрами. Он потрудится один день на благо Родины, субботник. Так Павел лично таскал кирпичи. И бревна. И бревна. Так евреи, почему? Чтобы стыдно было сказать, что я не привык, так что ты не Паро. Потом объявили, работа не кончилась. Пришлось еще несколько дней. Потом постепенно евреев преобразили в рабов, а египтян в бригадиры. Потом заявили им, слушайте, нам жалко ваше здоровье и ваше время.
автобусов тогда не было. Вы каждый день теряете ни время, ни здоровье на работу. Да? Государство свои для вас бараки прямо там, где делают все печи. Цель была оторвать их от жен. И расчеты были очень правильные, логичные, что жена, имея много детей, минимум 8-10 детей, муж ничего не зарабатывает. А мне нам их бросят, они думали, и возьмут египтян, и кончится с еврейским народом. Но есть Бог, который желает вечность этому народу. Женщины остались очень большими праведницами, и они не только ловили рыбу, еще к нам приносили мужам, старались еще найти возможность воздать детей и прятали их. Больница, колоколы, явы сыну, вайшманы, эскилыны, ваясаюны, весамулыны, веслахат сыну. Больница, колоколы, явы сыну, квашенема, ваила ямима раби махин, ваем восмерах митраин, ваяхум нежуем навидо, ваизоку, ватал шавосам элами, мину абидо. И кричали мы, Гашем, Бог наших отцов, услышал Бог наш голос, увидел эту ангину, ангину нашу, да, как сказать, мучение и труд, и на, как нас нажимают. Мы кричали, Ашем, Бог наших отцов, как написано. Были в те многие дни, что Моше отсутствовал, умер царь египетский, и вздыхали евреи от работы и кричали, и дошел крик их к Богу от работы. Есть такое понятие, что молитва услышана Богом. Ваишма, имя сказали, к Моше нема, Ваишма, имя сдак отцов, Ваискерли, имя сна, Брисы, Савро, Месицхот, Висяки, Ваяса, имя запишет, Захерас, к Моше нема, Ваял, имя сны, Исуэль, Ваизерин, ושמולים רבונים כמו שלמה, כל הבין העילית העירות השליחו וכל הבא שחיון, ושלחצו לזה אתך כמו שלמה, וגם רואי שיש הלחץ, אשר מצרים לחצי עם עיצום, ושלושלו בוח נשגור, אז כך כזנה, ושלושלו בוח יקריק, יספונו בוח סוי סיוס, סברו, מסיסו וסיחו. יובידו לנגין לנשם עוצ'יני, סמיסי פרישות, что один жилье, он как не понят, и не может заниматься, а тут отделил мужчины здесь, женщины там. Как написано, посмотрел Бог на евреев, Аида, и знал Бог, и все, что с ними сделать. А труд? Мы все трудимся ради детей. А что получается? Боним. Всякий мальчик родится, бросайте в реку, а дочка оставьте в живых. Аллах Ацинус Зиатхат. Нажимай, давай, давай план. А план был рассчитан так, чтобы нельзя было его выполнить. Старались каждому дать работу не по способностям. Например, один каменосец, его поставили в кухню там варить. Ты что? Ты специалист. Это тот, кто каменщик, а тот, кто, скажем, повар, повар послали работать на камне. И тот не выполнил, я посмотрел, так же написано, нажим, что Египет нажимает на вас. Байти надо мы, мы с вами бьет, как угодно вы, а мы с ее в миру, годы, вы все и сумме и всем. Байти надо мы, мы с вами, ли али ди малох, ли али ди сол, ли али ди шалех, раков из Бога бы ходил в отсмей, шалема, ловати ли от Митраим балайло, а зе, וכי שיחו פרי בארץ מצרים ידעו רבימו, ובגללים מצרים יוצא שבטים, אני אדוני, ויועתי בארץ מצרים אני ולא מלך. וכי שיחו פרי אני ולא סוף, ובגללים מצרים יוצא שבטים אני ולא אשר, אני אדוני, אני הוא ולא יחר, ולא נזבוך את אגיפתא. שים לירוקוי, ויצר נתונישצי, בלשים סטרחם, איזק ישודיסה. Как понять, из Египта? Ведь и так не смеет без Бога нет ни движения. Но есть время, что мы, я нас повторил определенные законы. Все это, так сказать, через ангелы, через законы природы. Тут видно было, что не ангелы, не жгучие ангелы, не шале, лично Бог сам. Но аварты на иврите разве говорят, как сказать, я пойду. Вы аварты, я пойду. А зачем добавить они Ашем? Значит, что вы за только Богом? Пойдусь я по стране Египет в эту ночь, и убью всякого первого в стране Египет, от человека и до скотины. У нее же были святые животные, как первый скотины тоже подыхал. И все боги Египта, я делаю наказание, они, а чем я Бог? Но если она была металлическая, начала ржаветь, деревянные камни начали гнить, осыпаться. Пойдусь я в стране Египета, я, но не ангел. Написано, и все малахов уход. Есть, значит, он делает что-то другое. Я убью всяких первенцев, я, но не сов, не жгучий ангел. И все беги, боги Египта я накажу, я, но не эти посланник. А не чем я, но не кто-то другой. Леон Извильно говорит, что в эту ночь было еще одно чудо, что все, кто могли естественной смертью умереть, евреи не умерли в эту ночь. Это потом будет сказано. Понял, хорошо. Я пойду, Бог нас вывел сильной рукой. Как понять сильной рукой? Бед хазоко, зуадеда. כמו שנאמר, הנה יעזר יהיה במיק זוכר שבסוד, בסוסים, בחמרים, בגמלים, בבקור, בצנדר, בכובד מי. בוח נסיר, נגיד תשים לרוקוי, כך פנה תשים לרוקוי.
Это день на сход египетский. Так и сказали фараону. Не выпустись. Вот рука Бога Хоя. Был это Хайта. Было. Хоя сейчас будет. Ложиться на скот твой, что в поле. На лошади, на ослов, на верблюдов, на коровы, значит, и на мелкий скот. Очень тяжелая эпидемия. Это называется высильной рукой. А как понять, что вызываем той вытянутой мышцей? Злахерас, машинебом хаби, шлуфоби, йоби, нету, яли, жалуем, мечом. Еще написано, по Давиду Мелах написано, он видел, что и с мечом открытым в руке направлен на Иерусалим. Значит, вызываем той это меч. Какой меч? Когда предупредили фараона, в эту ночь, в ту ночь, мы первенцы, пошли демонстрировать перед лицом фараона, выпусти его, мы не хотим быть жертвой. Так была перестрелка с обоих сторон. У мира года великим страхом загибли шхины к Машанема, и они с Алим Ямира Кахлаги Мекерам Гиба Масейс, Бейсейсов, Мюсимов, Милхомов, убьет Хазаков, Визриям, Литуев, Мираим, Гвилим, Чехира Шосов Лахем, Алим Лахем, Бемицраим, Лейнехо, ובסי זה אמרתי, כמו שנאמר, ושמעתי הזה תיקח ביודך, ואשר תעשה ביסו איסיס. שתונה שמירו, סטרח וליקי, בילו עוד קריס אבידו שטר בוגה, ככה נטיסנה. ובילו לישוב היסטורי, שבוך פה וזאת נרוד ותשיתי זרודה, איספיטניה מי, שוש איספיטניה. אני ופוסיס, נהיה, זפה פה לך יצחות, זפה בואית אותו. זנקי, שודיסה, וויינה, וויינה התחזר מזופר עם סמי ירמי, и сильной рукой вытянутой мышцы и большими страхами все, как делал приозвание Бога в Египте по твоих глазах. Это значит, что видел, что Богом. А знаки – это палка, которую мы считаем, как на ему сказано. Эту палку возьмешь в свой посох, в своей руке, что им будет делать знаки. Принято, когда мы говорим о том, что перед приходом Машиха будут тоже какие-то интересные события, война Гогомагон, и там написано, я сделаю чудеса на земле, и на небесах, и на земле. Кровь, огонь и клубы дыма отливаем три раза от бокала, перечисляя 10 наказаний египтян. Мы их все перейдем и объясним, почему тоже отливаем. И когда первые буквы, бесах, адарма тоже. Почему мы отливаем от бокала? Мы любим людей. И мы были бы рады, если могло бы быть освобождение без этого. То, что они были жестокие и упорные, но все-таки, если у человека была болезнь, хотели отрезать ногу, и он вылечился без операции, он делает кидыш и танцует со всей семьей. Но если сделали операцию, он чуть-чуть остался живым, он благодарит Бога, что остался живым, но все-таки танцевать так не танцует. Так как наше освобождение было связано с мучениями людей, это отнимается от нашей чаши. Умывшим за дом, к больше не нам, расставим вместе вашим моим город. Дом, воишь, мы с ним высошим, доварах, я еще подумал. Вот хазо поштаим, вызываем ту и штаим, умел, удостаим, увеличтаем, увеличим штаим, и леса махи, шеиви, акудыш Бог, а мы с ним ставим вилаим. Дом, фадея, киним, оры, дезер, шхин, город, а, бахиша, макат, пир. А были они с ним сегодня в лицах, а дас беахав. То, что написано в чудеса, имеется в виду кровь, как написано, будет время, что я сделаю удивительные вещи и на небесах, и на земле, кровь, и огонь, и клубы дыма. Теперь, а тут написано, Бог его сильной рукой, рукой сильной, это уже два, мышцы вытянутые, тоже два, уже четыре, страхом великим, страх и великий, еще два, шесть, знаками, два, восемь, и чудеса, еще два, 10. Это 10 наказаний, дом. Тут я хочу объяснить, нескольких точек зрения, почему Бог навел на египтян 10 наказаний, не 9, не 8, не 11. И поверьте мне, что я трудился над этим более 42 лет. Нашел три причины. И все они одинаково ценные. И потом Раби Иуда давал знаки. Бицах, Адаш, Бахав, тремя словами. Он мог сделать это двумя. Значит, первое наказание, я возьму самую главную причину. Бог обыкновенно делает так, очень экономно, он объединяет одним действием несколько фактов. Простой факт надо было заставить выпустить, но это еще не все. Надо было показать египтянам, и особенно евреям, потомкам Авраама, что есть хозяин в мире. Ведь не забудьте, что я уже сказал, что Египет делился на 42 нома, как все археологи и историки знают, и каждый ном имел своего бога, и они так очень погрязли в колдовстве, и любую вещь могли объяснить колдовством.
Надо было это все разбить, разочаровать их в эти боли. Как бывает у человека больного, когда у него много болезней? Конкретно я имел инфаркт, скоро будет 7 лет, было хорошо, мне раз все это было, прошло. Так тогда я должен был понимать, трофикор я дала 3 лекарства 3 раза в день. Потом у меня еще появилась астма. Тогда надо было еще грифелин, еще что-то нюхать. Потом у меня было еще роза, там уже другие лекарства. Приходится иногда лечить этапами, курс лечения. То же самое здесь. Там нужно было показать, что есть что-то выше всех этих сил. У них Нил был самый главный Бог. Разве в Нила столько песен, столько там этих молитв. И действительно, Нил он заливает всю эту территорию, как будто по часам каждый год одинаково, а там не ледов там. Они читали год от разлива до разлива, и они за 14 лет потеряли один год. Так нужно было показать, есть хозяин над Нилом, есть что-то выше. Выпустишь? Нет. Вот я проведу палкой, чтобы ты не трогался. Ты испортится. И не вода было пить целую неделю. А что было кровь? Она как раз. Между прочим, мы вам тут покажем потом один папирус египтян, одного египтянина Фоба. Но пока мы говорим, как потое. Выпустишь? Нет. Выйдут лягушки, пойдут к тебе в дом и будут так плыть на стол, и ты кушаешь, и попадаешь лягушку в руку и в рот. Не ночь, то, но колдуны сумели это повторить. Они могли вызвать лягушек, дали им воду, выкупали, они сумели сделать себе плотины. Так надо было трясти, вшивать, это они не смогли. Оказывается, колдовство не может сделать животное меньше, чем ячмень. Они сказали колдуны, эльбанутин, это палец от Бога. Кончился первый курс лечения, есть что-то выше всего. Это бицах, первая группа. Значит, это будет так и написано. Этим узнаешь, таки они о чем, что я Бог. Я поведу палкой, значит, не Бог. Это первая группа, дом сады Якими. Есть философы, которые понимают, что мне сам как-то не возник. Но по их понятиям, неужели Богу разница, буду я больной или здоровый, жив. Им кажется, что Бог должен только звезды кометы командовать. А ведь без него ни движения, ни жизни, ничего нет. Потом Ахаяхом, ты все оживляешь. Так нужно было показать, что называется Ашгахапратис. Выходят звери из лесов, орут. Медведи, волки, лисицы, змеи, скорпионы идут. Они не кончили даже 4 класса. И не в состоянии почитать вывеску. Но они прекрасно читают вывеску. Гошен, в скобках, район еврейский. Если ты даю могу, я выделю Гошен, там не зайдет ни один зверь. Не заходит туда. Идут по улице, все, кто слышал радио, если где-то записано телевидение, радио египетское этого времени, 3303 года назад уже. Так там пока не заметил, нет, неизвестно случай, чтобы звери напали на евреев. Немножко фантазии мне разрешите. Сидят мудрецы, значит, заседает совет министров. Что делать? Тут случай нападает на детей, грызут, убивают. Но на евреев пока нет случая. До сих пор нет случая, уже несколько дней. Говорит, один, наверное, у них одежда другая особая. Знаете что? Попробуем так сделать. Послали 50 самолетов в Иерусалим, выкупили все штраймлы, все халаты и оделись египтяне. Это в конце фантазия. Попробуем. Подходит волк, понюхает, слушай, ты меня будешь обманывать? Я тебя знаю. Это был орев, значит, Ашгаха платить на людей. Девер. Пасутся в одинаковом лугу, и еврейский скот говорит, лука Бога даже за скот. Фары проверяют, ни одна скотина не погибла. Это показывает жизнь человека и животных в руках. Взял муж и жену из Аарона, бросили выйти разнес, после этого на рыбу всех, и на колдунов, на евреев нет. Значит, и здоровье жизни в руках Бога. Это другая группа, Адаш, что есть Ашгаха платит. Но была религия персов, что они верили в двух началах. Что есть один добрый, один злой. Один командует огнем, другой водой. Один восточной стороны мира, а другой западной. Надо было это разоблачить. Поэтому написано «Энкамони», чтобы ты знал, что нет костя во всем мире. Я мог, когда была эпидемия, ты мог умереть. Но я тебе оставил, чтобы было о чем рассказывать. Ты держишь мой народ, не отпускай, будет град с молниями. Значит, огонь с водой помирились. Один хозяин. Не выпустишь саранча, саранча все съест. Но восточный ветер нанес саранчу, а какой западный ветер, значит, один хозяин. Девятое, темнота. Темнота?
Так это было в результате сильных испарений от реки и от моря, и облака. Значит, один хозяин на земле, в небесах и на море. Значит, кончились, значит, курс лечения, что есть Бог. И он управляет и жизнью, и здоровьем людей, и животным, без него муравейным делом. И он один, можно дать последний решительный бой. Выпустись, да, нет, умрут первенцы. Поэтому тут Симон в небесах, а дальше Бахал, Макад Бхорот. Дальше идут слова Раби Сервилев, говорит о том, что если сравнить то, что пережил Египет в течение 30 ударов, с поражением египетской армии, что наполнило море, это в 5-кратном размере. Там написано, это палец от Бога, а тут написано, когда были выброшены мертвые египтяне на небо, видели руку Бога. В руке это 5 пальцев. Раби Сервилев говорит, что каждый удар состоял из 4 частей. В смысле, и воин отразился на воздухе, и отразился на земле, и на голове. Рабаки находят 5. Так если там считать 10 макот, так Раби Сервилев на море 50, а по Раби Сервилеву получится 4 раза 200, а там 250. Раби Сервилев имел. Минай на имя Шелоха Миса, бы Митсрай Меса Маку. Слава Йом Лукаха Миши Макис, бы Митсрай Ма имя Вай Махтам Рапай Эсбан имя. Это палец от Бога. А Йом Ма имя Вай Айсуда Сайеда, Арбина Шасагну, бы Митсраим. Когда гонится в колеснице пара за евреями, были нытики, несмотря на то, что когда Моше провел палкой, силы ветер раздул на 12 частей идут, а за ними колесницы. Ой, что будет? Кто будет воевать с ними? Говорит им, слушай, ты же видишь, что оно ведь это резкое природное явление, сразу в 1000 лет. Так когда море выбросило, эти тела узнали начальство, тогда они уже увидели большую руку, что Бог говорит, и побоялись Бога, и поверили в Бога, что мы шли в араб. Кому луку бездаса макис, а мимасами сад луку эса макис, моем луку хамишима. В Египте это 10, тут 50. Облезаем на эшеку маку маку себя, когда Бог ухвал, а мисами сад мысли шалаба макис. Каждый удар в 4 часа. Написано, и шалабу махалинапе, эбро, вузам, вицом, и слахас малахруим. Он нашлет на них свой гнев, это раз. Эбро, это раз зам, зам это ярость, два, шта, мецора, беда, колесли, мишлахас махом, на 6 плохих ангелов 4. А на этом лицам локом обои макис, вовьем локом осай макис. В Египте 40, 120. Рабакиви говорит, что гнев тоже надо включить. Для горе его пламенный гнев. Рабакиви говорит, что колмаку, маку, живя, говорит, Бог, а мы с вами говорим, что шелхомиш макис, 5 часа, написано. Мишалабом харинапы, эбро, вазам, вицора, мишлахас малахом. Он нашлет на них. Горящий его, значит, это гнев. Эбро, ярость, зам, цоро, харонап это один, эбро, штайн, зам, шолес, цоро, аба, мишлахас малахроим 5. Это получается 250. Теперь он перечисляет, сколько добра нам Бог сделал. Что если он был из Египта и не наказал их, уже тоже хорошо. Если не наказал их не боги, как я сказал, они начали, тоже было хорошо. И первенца убил, и еще вышли с добром, и мы видели расступление моря. Это уже чудеса, в смысле наказания наших врагов. Потом идут еще 5. Мы прошли по суше. Он бросил врагов, кто гнался. Обеспечил нам в пустыне 40 лет. И дал нам ман. Все дни духовные. Он дал нам субботу. Стояли у горы Синай. Видели гром молнии. Слышали, значит, это 10 заповедей. Вошли в Израиль, был построен храм. Кому молисты висламоким олейну, и леченым обицаем, развеем шпотим даину, и лосим шпотим, и лосим олеем даину, и лосим олеем, и лаге с пририем даину, и лаг пририем, и лосим луне с мамином даину, и лосим луне с мамином, и лосим луне с айом даину, и лосим луне с айом, 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 и лосим луне с и лишика троину, бесихим, лисипик такину, бамидва обоим шону, даину. И лисипик такину, бамидва обоим шону, вехилоне самон, даину. И лихилоне самон, вехилоне сашабос, даину. И лоно самон, сашабос, лихилоне лепни асиной, даину. И лихилоне лепни асиной, лихилоне самоне сатиро, даину. И лихилоне сатиро, лихилоне лерасисою, даину. И лихилоне лерасисою, лихилоне бисатиро, даину. Как понять слова «Зол из Пальстины не дал бы нам Рассисоя, не дал бы нам храм?» Был бы мишком. «Аллах, скама бы хамо, ты вахфур, ум хупел, асламок им, алейну». Ставим вместе. «Ай-я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 
שהי ציון ושהי ציון ממצרים ויוסו בהם שפטים ויוסו בליהם ויורג את פיהם ולסלום אסמו בנום וקוראו מאס היום ועוד המשיחה בחור ושיפקצה ושיקצה אינו בשיחי וציפקצה כנמד ואבוים שלום Теперь идет самая главная часть. Кто этот конец не понял и не слышал, я выполнил митцву. Слава Гамлиль, мое имя, Колшио Машучино Милоба Песах, Йоце Дихевоси, Велин, Песах Масу Море. Слава Гамлиль, кто эти три вещи не объяснил, не выполнил долг. Что такое Песах, Маса и Маро? Слово Песах значит перескочить. Что было в эту ночь? Евреи резали пасхальную жертву, и значит, и в эту ночь умирали первенцы. Получается так, в этом доме египтянин смерть, умирает первенец, в этом доме тоже умирает, а евреи между ними перескакивает. Песах, что я весел, нихли, мизман, что висами решкаем, алшума, алшум, что посаха, годись Богу, а вот я весел, годись своим, что нема, вам отцем, зевах Песаху, лавиной, а что посаха, готов не сойл до Митраим, до нас пояс Митраим, из Батыны и Цил, лайки дом, вайштахму. Значит, Песах еле отцил, когда был храм существовал, потому что перепрыгнул Бог дома наших отцов в Египте. Написано, вам отцем, что вы говорили, это мы режем пасхальную жертву перед Богом, который перескочил дома и вывел в Египет, наказывая Египет, а наши дома он спас. Народ упал на колени и поклонились. Маса вышла в них на рахмах. Почему мы кушаем эту массу? Алшум швейцвик бциком шарасин ала хамит, а шанигна ли на рахмах хам лохем, а кудыш бог у голом шенема, вайфу и сабоцихи ашерцим и митраим, огис мацитки лихом митски, дешу ми митраим, вилахму нисмамия, вигам цидел ясулем. Эту массу мы почему едим? Потому что тесто не успело скиснуть, пока явился сам на царей царей Бог и вывел вас. А написано выпеки тесто, что вывели из Египта лепешки масок, песнахи, опеснахи, потому что не могло скиснуть. Почему? Были изгнаны, торопили их, не могли загадаться. И даже пищу на дорогу не сделали. В этом величие евреев. Все недостатки пишут, а вот это величие тоже. У него много детей, куда я иду, что? Ничего не взяли с собой. Много зашел их, молчумо, почему кушаем другие овощи? А שום שמיר אמיצים מתחייה בסינים במצרים שנמה ואימור את חייהם בורם וידו כל שבחים ובין עם חרבי לבסובי יזכו לעבידו שם אשר בהם בפורר ותמוסקו נסתרה לי זה לגרוק את החילים ואיגיפטי ואיגיפטי זה לגרוק את זה תירולים תרודום, גלינה, כרטיצ'י, לבוי פולבוי רבותו כל שירות זה רבותו מסכיפיצ'ה לפרשו זה תימו חפוי את הקריסטנים דבר ידיום או קוצ'ו דבר יסג'י דבר יצאות אותו את הדיולי יש לבוי רבות ורבותו יזוית לנו. Дальше будет сказано, я уже ранее скажу первое, что это не надо сказать, когда-то было. Любое время вместо на кофейне надо думать, что мы вышли. Скажи сыну, что Бог мне сделал чудо, не только отцов, но нас. Если бы они не вышли, то Миралай было по-другому. Он нас вывел в институт страну. Поэтому мы обязаны хвалить Бога, что нас вывел и сделал чудеса, от рабства на свободу, от грусти на радость, от траура на праздник, из темноты на великий свет, и тут будем говорить слова из томов. וכלדי וזה חייבו לביסי סס מכירו יסו מצרים שנמה ויגעת אביך ביימו למרו זה עשו על נגלי בציסים ממצרים ויש על סין בלבד גול הקודש בורך על הליסון וגול אמורם שנמה ויסון הייתי משום עולם הליסון ועשו נעשה אורס אשר נשבר על סין ולפיך חנך לחייבים וידיס להליר לשבח לפעיר לימים להדיר בריך להליר וקליס ומי שעשו על סין ועשו ניסים בואי ליצונו מעבדס לחירות מיוגי לסין כל מעבר לימפיס ומאפילו להם שמור, אני אופן על השיר אחד, אני אופן על הלויו. הלויו, הלו עבדי אבינוי, הלו השם אבינוי, יהי שם אבינוי מברוך, מעטו ועבילו, ממדרשי ושם נעים, ולא שם אבינוי, ומקוגים אבינוי על השמיים כבדי, מי כרגו אלהין המקביעי לא שולט, המשפילים לרעיז בשמיים, מקימים מאפו דום מהשפיץ, ירים מבין, ושם דיו ומדיו ועמי, ושילה כרס הבית, ישילה ונספיחו, הלויו. Мы были рабы у фараона, теперь он говорит, хвалите Бога, хвалите рабы Бога, хвалите не Бога. Да будет имя Бога благословено отныне навеки. От восхода солнца до захода, да будет восхвалено имя Бога. Он выше всех народов Бог, не только на небесах и в очи. Кто еще, как наш Бог, который высоко сидит, но смотрит внизу на небесах и на земле. Поднимает из праха бедняка,
он валяется около мусора, поднимает подозревшего, садит его с четверыми людьми, с четверыми его народа, бездетную, он садится в дом, она становится мать детей и радуется хвалить Бога. Карта это бездетная, написано Сион, все ее считали бездетной. Ранякова, она еще не будет иметь много детей. Теперь начинается выход евреев из Египта. Бетей си своим имит своим, бетяхи мам лейс, войсой удалы кочи, сои умам плесов. А айом рова юнис, а яды диси влахир, арим угду хилим гуа искив неси, малых айом кисанус, а яды диси влахир, арим тигду хилим гуа искив неси, тирфни адин хулиорас, млифни алей аяки, ай врата агамоим, халом и шумайни моим. Есть предание, что когда нужно было идти в море, а это говорит, я первый не пыль, нас говорит нет. Нахшон бен из колена Иуда прыгал целой души, это вода отступала. Тогда было решено Богом, что из этого Нахшона вышел, как и Давид Амелах. Когда вышли вы из Египта, дом Яхова из народа, говорящий на другом языке, Иуда стал его святыней. Он будет властвовать над Израилем. Ноя видела, убежала. Явин повернул назад. Как раз они прошли, водя в страну Явин 10-го низом, в половодье. Так вода, которая около сортов сошла вниз, а это, значит, стало как стена, и они прошли. Горы прыгали, как бараны, холмы, как молодые эти, ну, козята. Это было во время, когда стояли горы, стена и дрожал. Спрашивает он, что с тобой море, что ты убегаешь? Я дым, почему ты повернул назад? Горы, что вы танцуете, как бараны? Холмы, что вы, как козята? Отвечают они, от хозяина дрожит земля, от Бога Якова, который скалу превращает в источник воды, и Халомич очень твердый повода водика воды. Баруха ту Ашем, Элакина Малаха, Иломашер, Голун, Голос Авесином и Митраим, Легион Аллай Лазела, Холбей, Мацумове, Кин Ашем, Элакина Малаки Авесина, Ягина, Лемиадим, Легионим Ахирим, Абуин, Гросином, Вишол, Вишол, Вишолим, Смехим и Вия Нереха, Витасим Бабидосеха, Вениха Шом Мина Звухим, Амина Птохим, Ашагия Дому, Аким Извахаха, Лерцин, Нидер Лохой Шихадош, Алгулосина, Валбудус Навшину, Бухату Ашем, Гуал и Исоим, благословен ты Бог, Бог наших отцов, царь мира. Элен Бог, благословен ты Бог, наш Бог, Элекин в смысле судья, царь мира, который нас избавил, и отцов избавил из Египта. И должен жить до этой ночи, есть мы мата и горькие овощи. Так же, чтобы ты нам дал воздаться, мы одним это расширенным кипом и другие праздники, которые идут нам на встречу с миром, чтобы мы радовались строиться твой город, и веселимся со своей службой, значит, строится храм, и там будем есть и жертвы такие съедобные, и пасха, и спа, что кровь будет на твой жертвенник в Левом году, и будем тебе новые песни сделаем за избавление физическое и духовное. Теперь мы все делаем браха, как положено, дары при агопе, и облокотившись пьем все. Барух, а то Адоной. Элегину, мелахойлом, бери приагофен. Омин, боруха тоатуной, элегину, мелахойлом, бери приагофен. Главная часть Агады, рассказ о выходе, кончился, и мы пили два бокала. Теперь начинается очень важный момент. В эту ночь мы обязаны есть мацот. Мы сейчас помоем руки, возьмем две мацот, между ними половинка, половинка напоминающая бедности, сделаем браха моцелеха меналес, на обоих, потом возьмем, отломаем кусочек от средней от этого и будем есть маца. Кизаит. Кизаит это примерно пол яйца. Мы точно не уверены, берем на всякий случай побольше. Это будем есть облокотясь. Потом будем есть горькие овощи. Потом будем есть как будто бор. Так как были разные мнения. Есть ли отдельно маца и морор, а Юл считал вместе. Будем есть один раз отдельно морор и маца, и один раз вместе. Все, начинаем и тело сюдаем. Бухату Ашем, Элекину Малахилу, Мамити Лехем, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר ישב בצביסו וציוונו על אכילת מצו. תקשיבי כמה זמן אנחנו צריכים לאכול מצו? меньше 4 минут стараться. побыстрее сложить так и быстрее есть. Да. Теперь будем есть мару. возьмем салат, помните, который уже горький. Мы его макаем, проверили его. Проверили.
ברוכתו השם, אלוקים אלוהינו, אשר קידשון בדיני סביסו, וציוונו על אכילת מאוריר. מה זה חן? שיטו מה זה חן? Какой здесь последствия? Может, есть хрен? А сколько хрена должно быть? Сколько амарора? Стараться надо съесть и маца, и амарора, примерно как пол яйца. Есть разные мнения. Может быть, это сейчас наши яйца меньше, так мы кушаем побольше маца. А амарора, поскольку это уже более позднее, во время... У нас нет сейчас храма и Песа. Так мало, можно сослаться даже на одну треть яйца хватит. Ну а так мы должны, сколько съесть, почти как такой яйцо? Почти как так масса, в объеме, масса в объеме, чтобы не было сомнений. Теперь дальше. Мы ели мало отдельно, макая теперь в одном мало вместе с мацой, как будто бы между двумя кусочками. Память отъел. То же самое, кизает маца и кизает мало. Но это меньше, чем кизает. Это меньше. Зехал мигрышки гилил, тинулся гилил, без манши без самих дышал, якаем. Поел чирих мацу море, вихом бях нехай маше нема, а мацу сумрили им ехну. А как ты делал седер Песах в лагере? Это было в 1953 году, и положение было очень жуткое. Недавно отгонял вот этот случай с врачами. У нас было 15 евреев. Я с ним говорю, ребята, мы же евреи, мы в лагере. Мы обязаны не есть хлеб. Он говорит, ну а как же тут? И так с хлебом мы голодны. Ничего. Возьмемся не есть хлеб, не есть мацу, и Бог нам поможет. Я не ручаюсь, но, может быть, даже видим досрочно. Согласились 15 человек. Во главе их Лёва Редько, старый комсомолец, только еще из тех старинных. Первых комсомолец. Короче, жена стояла в очереди, вытекла мацу. Она сама? Нет. Было подпольно где-то? Подпольно. Это где было, в Казани? В Казани. И она страшно боялась. Вдруг ее остановят. Ведь было во время процесса врачей, она боялась рассказать, что муж у нее сидит. Она учительница. И так она дружит каждый день. И вдруг она идет на салатку, 24 кило, очень объемисто. Останавливает ее один татарин. Стой, что ты несешь, куда идешь, что это такое? Что она может ответить? Она начинает болтать. Что у нас именины, что такое выпуск, идет в милицию, идет. Представляете, что могло быть? Во-первых, выяснится, значит, что я сижу. Во-вторых, что где-то пекут мацу, и все будут посажены. И будет считаться, что еще Зильбера всех посадила. Третье, будут смотреть, кто куда, где идет. Она говорит, что она видела ее одну и видит татарского милиционера. Как это было? Как это было? Он меня тащит, она говорит, я оставил, говорит, идем в милицию. Он дал свисток. Пришел какой-то татарин милиционер. Да. Они по-татарски поговорили, и тот второй махнул рукой, уходи, и она ушла. Как это понять в то время? Только, это, знаете, ну... Теперь, как провести мацу? Там не понимают ведь, не так просто, и ограничено все. А мацу нельзя. Я сказал разломать мацу на кусочки. Вот и мелкие кусочки, как мы сейчас ломали, и написать печенье для чая. Но сколько можно? 15 человек. Так я договорился, сидел секретарь горсовета, один из старейших тоже комсомольцев, которого я очень боялся до воли. Некий Эпштейн, Володя Эпштейн, жена его была русская тогда. Он услышал мацу, да, я вам помогу тоже. И он разрешил ему принести еще, и так приносили. Что делать с бокалами, саба кусок? Хорошо, что я учил Шулхан Арух,
то вино вообще-то нельзя понести, откуда вино. Но если изюм сварить и отсадить воду, это тоже вино. Так я сказал, купи изюм вместе с этим, с изюмом понеси, напиши это варенье. Ну, и я там отсажу. А что есть, а что, как? И самое главное, не спрашивай, мы не понимаем вообще тебя. Как это есть мацу? Посмотри. Там есть так. Вот тут спят, значит, нары. Два заключенных, два, восемь заключенных тут. Восемь тут. Такая комната около 50 заключенных. Все имеют около 8 заключенных тумбочка. Вот так вот локоть на локоть, два локтя. И тут наверху 4, внизу 4. Ворует этому непостижимо. Просто специалисты вы не знаете какие. Так как же мы тут будем, а тут рядом хлеб и все это, и свинина, и все, что хотите. Я ответил, это нас пусть не касается. Насчет того, что тут хлеб, написано на Ирэйла Хахамэйт. Шелхон Ятурэя. Твой хамэйт. А то, что у него хамэйт, это не мое дело, это не мое. Это не Ирэя. Я его окутываю бумагу и все. Пока мы тут рассуждаем, я думаю, а все-таки что, кроме мацы, что есть? Я решил картошку. А в чем варить? А где взять? А где взять? Так я с жуликами был большой друг. Почему? Потому что я в субботу не хотел работать. А для того, чтобы мне работать в субботу, все работы я перепробовал, то целая история. Я могу вам сказать насчет 100 суббот. Это сколько займет время? 100 часов. Это не стоит. Сейчас Песах. Не стоит, сейчас Песах. Так я решил, значит, мне подсказали быть самостоятельным, ацмаи. Там воды нет, водопровода. Надо таскать от замерзшей реки. Так какой дурак возьмется? И если надо будет 5-6 человек, так я взялся водоснабжение сам на себя, чтобы не было заметно. Зато я должен был таскать с полшестого утра до полвосьмого вечера. Но я был рад, что я один. На пятницу я натаскивал до захода солнца. Хватило до 12 в субботу. А с 12 на несколько часов я подружился с жуликами. Работать они очень не любят. Но что-нибудь получать в руку или воровать они любят. Так я каждому давал за 4 своих лет. Или жена мне давала 3 рубля, 5 рублей, чтобы они натаскивали до конца дня. Так что я, значит, был главный водоснабженец. Это моя работа была. Так я договорился со всеми жуликами. Я их друг. Все просите с волей, чтобы вам понесли сырую картошку. Теперь это опять поддержка от Бога сверху, что во всех бараках уже перестали топить. В одном бараке, где я жил, еще топили. Так я тот, кто топит в котельной, я к нему подходил, давал ему сухари хлеба, покупал у него сухари хлеба, и я мог входить. Так я попросил у него разрешения, чтобы я не варил. Но в чем варить? Я взял одного большой такой вот чан. Чан. И стал его чистить с этим песком, с льдом, чищу. Подходит ко мне главный жулик, главный начальник над жуликами, цех жуликов. Высокий молодой, такой интересный человек, и говорит мне на чистом языке. И он взял, век не таз не кихомец, и выехали, не таз не кихомец. Все там чуть не упали в обморок. Что этот человек, значит, он сказал, я вижу, вы не хотите есть хлеб, я тоже еврей. Тут же он вытаскивает 100 рублей тогда, передайте вашей жене, чтобы она купила мне кошерную курицу за мои деньги. Все с ума сошли, что этот славный жулик Штрагов, он еврей, он говорит мне, мне это выгодно, что вы стали мне не верить. Бехтицо, ладно, уже мы его тоже имеем с собой. Он оказывается там, чтобы вы знали, нас убедили, что заключенных нет. Это гнусная выдумка империалистов, что якобы в Союзе имеется, значит, труд подневольных. Имеются люди, которые своим поведением показали, что они не могут быть в обществе, и с ними невозможно жить. Так разработана система воспитательная социологами, психиатрами и многими учеными, как их воспитывать по помощи труда. И я был один из них, у меня так и надежда было написано. ИТК 4, исправительная трудовая колония 4, а потом ИТР, исправительный трудовой лагерь на ноле. Меня исправляли при помощи труда. Нам, конечно, показывали картины Ленина в октябре.
и еще был драм-кружок. И вот этот, помню, Мишка Косов. Мишка Косов, я помню. Я напомню, Мишка Косов. Мишка Косов был еще артистом этого драм-кружка. Просто главный начальник. А вы тут Эх, в Песах, но там еще большая беда страшная. Вот вам понесли передачу, вы не сумеете ее съесть. Подходит представитель жильцов, тебе даже достигли половины литры. Массер. Но мы не массер, а тут хотели жить. Но мы тут сами, не то слово, на грани голода. Когда с хомит мы ничего, а с массер, но... Эх, в Песах он подбегает ко мне, чуть дышит, Мишка Косов. И принес мне чистую тумбочку с ключом и замком. Говорит, слушай, я сломал дверь, значит, в клубе КВЧ культурно-воспитательной части, украл эту тумбочку, она будет только для Песах у тебя. Подходит Мишурикам, кто подойдет от сегодняшнего дня, в течение 8 недель просить, у него второй день будет без головы. Ясно? Ну. Так у меня же есть тумбочка, и я зовю каждый день, значит, это картошку. А как быть с себя? Так там была, значит, санчасть. Заместитель врача санчасти был портфолио, по-моему, фотографировал еврей. Оказывается, он еврей, жена у него русская, четверо детей. Но он, оказывается, из Белостока, еще помнил даже на идиш. Я ему объяснил, он тоже с нами был. Я говорю, я запили карту дашь. Вместо того, чтобы дать, скажем, с 8 до 9 в 9 лет спать, дай 6 до 7. А мы там сделаем седа. Таким образом, значит, я поднес туда и мацу, и абакосот. И, значит, мы сидели там несколько заключенных, сколько могло туда войти, и справляли седа, как здесь сейчас. Это один раз было? Один раз, а два седа. Два седа? Да. А остальным? Послушай, посмотри. Остальным я сказал, вот что, ребята. Вы, кто помнит, что помнит? Возьмите мацу, и как вы говорите, без напева, кто помнит кидыш, скажет кидыш, но вот это главное, а вы нам лил, что говорил, что Песах, что мы ели, потому что Бог перескочил дома, а маца, что не успела тесто скиснуть, да. И мороз, чтобы вы все говорили между собой так, чтобы все поняли. Это я сказал, теперь каждый день у меня была проблема варить, и вспоминаю, мне сейчас дрожь становится. Я вспоминаю, там были два каких-то гнута, страшно было посмотреть, просто жутко, убийцы. И вот я иду варить, ставлю где-то там на котельной, и гляжу, они там тоже варят. Ну что делать? Что они варят? Лапшу. Ой. Так я уже сослался на это, на Шулхан Арух, что если это жирное, и это не годится. Но так как лапша была абсолютно сухая, мило, как могло еще открыться? Я стою, я тут варю татус. Я гляжу, и говорю, и при мне. С другом сунул свою ложку в эту мою... Ой, это чистый хомец. Еще не чистый хомец. Но. Это вы тут очень строгие в Иерусалиме. Там у нас в лагере я искал все облегчения. Так. Я ломал себе голову, как быть. Хомец, как правило, не ботал бы шишин. Так. Шишин там был, да, он да, еще. Да, это кончил. Ну что? Это мидрабанан. Да. И есть мнение некоторое, чтобы сейчас абхак очень большой, для больного можно облегчить. Угу. Я сам не ел картошку эту. Но люди пришли голодные. Люди ходят голодные. Голодные на работу приходят в час, у них талон в столовой. Они не знают хохмы, сказать им шила, не шила. Да. Или картошку, или нет. Я на себе поставил, дал им эту картошку. И только там картошку я... ели и все? Абсолютно. И мацу? Мацу и холодную воду. Да, там была еще что-то, селедка, вы говорите. Селедка еще, подожди, селедка. Ну расскажи. Селедка еще дойти надо. Во всему лагерю висят. Вот как такой высоты виться диагонали? Держит, значит, профессорская бородка, держит в руке ребенка, режет, кровь течет. И написано «врачи или убийцы». Процесс врачей был. 53-й год. 53-й год. Последний день Песах кончился у нас. Да, так вот эти люди, мы все одинаковые. Большинство людей приходило голодные, с работы, еле живые. Но есть картошка? Нет. Так некоторые все-таки удерживались, а некоторые, значит, даже, если есть, все сдают талон и кушают картошку. Если нет, некоторые пошли в столовую, я их пошлю хотя бы не есть лапшу, хотя бы не есть хлеб. Хотя бы, чтобы не было как от мамы. Mm-hmm. Последний день Песах у нас все кончилось.
Мацы уже нет. Мацы уже нет. А какая красота была первым вечером Пасхи. Пришли ко мне из всех бараков, такие, что я не знал, что они были. Кусочек мацы говорит Мацопович. В садине один из гестаповцев. Как? Один из гестаповцев работал немцев, он сидел и кусок попросил заять мацу. Последний день Песа, как говорят, они не голодные, у нас уже сил нет. Все, уже я отсюда закушу хлеб. Да это правильно, у вас нельзя. И у нас уже сил нет. Потом теперь я понял, как надо беречь каждый минхаг Исраил, обычай. Ой, подожди, сегодня тиска. Неудобно. Я скушаю хлеб, беру тиска, папа, мама. Я раньше скажу иска, потом буду есть хлеб. Я мне ничего не сказал. Он говорит, я с ним говорю низко. Приходит второй, третий, пришел один тип, что все его разговоры были выхватки все религиозники. Я сейчас, нет, я еще раз приосажу, я выйду. И у него жена русская, он тоже пришел, говорит, сиска. И он мне рассказывает, что хотя отец его очень просил, чтобы он своим нечистым ртом не склонял его имя и не вспоминал его. Потому что он посадил, у него был в городе Шохат, и кто делает обрыв, он его посадил. И еще вещи на то. Все-таки он хочет сказать иска. Я с ним говорю иска. Еще пришли. Я мне задаю вопрос. Сегодня можно есть селедку и сливочное масло? Я говорю, почему? Где? Здесь? Еще как? Там же фактически хомец нет, только мы на воле. Почему вы спрашиваете? А я получил посылку. Сливочное масло, там есть и селедку. Если можно, я это даю вам. Всем, которые... Объявление по всему лагерю. Гуляем сегодня. Мацы нет. Но мы имеем картошку с вами. Будет картошка, селедка, даже сливочным маслом. В лагере в то время кто-то мог подставить. И мы, значит, то, слушайте, слой точно так же. Мы не успели. Мы еще не успели сварить картошку и сделать ее. Мы глядим, сняли эти фото. Какие эти картины? Врачей. Эти картины? Значит, уже врачей выпустили. Врачи уже выпустили. Это было точно Холамрит Песах. Только в лагерь вошло в последний день. Я сейчас проверял. Первые три дня Пасхи выпустили. Так мы точно так же, как сейчас. Помните? Так точно так же, как сейчас я сидел и рассказывал. Потом надо было посмотреть, как празднично мы все пошли гулять по всему лагерю, все евреи. Потом подходит лодка, как вы слушаете. У меня повезли, это называется рыба, на рыбе, одну банку. Так я хочу отдать ее для тех, кто не ел, значит, сегодня кончается Песа. Придется ко мне будет пить горячую воду, чай с вареньем. Но только те, кто ни разу не попробовал хамец. Кто хочет попробовать, пусть не придет. Потрясающе. И он бросил свою жену русскую попробовать. И так мы очень хорошо справляли. После этого через небольшое время амнистия. И тут мне надо выйти, у меня большая проблема была с чемоданом. С чемоданом получились у меня три раза открытое чудо. Во-первых, каждый еврей обязан, бедный, богатый, больной, здоровый, занятый, уберить в ремиторе. Так я понес, это целая история человеческого, я понес вот Танах, видишь вот этот вот, точно такой, и Мишнает вот такой вот. Такой Мишнает для Исраил. Но где же лагерь? А где же учиться? Как найти время и что? Во-первых, где спрятать? Ведь книги, если видят еврейские книги, да еще тфилин, это же ужас, в то время. Тфилин вам тоже принесли? Да, тоже был там. Я еще шел на две другие тоже. Как быть тфилин и Мишнает и так? Кто принес? Начнут пытать, чтобы кто. А принес, значит кто? Вишнев начальник. Секретарь партоорганизации лагеря Вишнев. Короче говоря, что делать? Я что-то оставить их, чтобы вывести с мусором. Часто не дает. А спрятать там? Я решил, что Бог даст, я попробую так, я сделаю, что я могу. Бог покажет, что может. Значит, вот у меня этот чемодан. Вот и смотри. Смотрите, это оттуда чемодан. Это, во-первых, чемодан краденый. Такой краденый. Он сделан из, там была фанера, фабрика фанеры. Так жулики, так эти воровали фанеры, сделали чемодан. При выходе не выпускают, это же ворованный. Так что они делают, они выходят, они оставляют один другому. Но я мне попал.
Так что это, ну, а теперь, ну вынеси его, теперь так смотришь. Тут я положил вот эту книгу, тут я положил вот эту книгу, тут я положил тфилин, тут я положил пайки хлеба, тут еще сверху машинка для бритья, и еще счастье было то, что у меня сын заболел воспалением уха. И настолько, что жена не могла прийти. Второе счастье, что она тоже заболела. И я не знал, что с ними, где они, что они. Настолько я был растерян, что я выходил на работу, не находил дорогу себе в барак. Три барака. Полчаса я не мог находить, пока кто-нибудь не пожалеет, не завезет. Вот так они мне успели понести вот это. Вот и так я поставил это сверху. Глажу, что творится, это пятница. Помню, что на улице была хорошая метель 27 февраля. Прямо снег, минус 35 иголки, от 2 до 5 минут. Главный проверяющий, это бандит Олимпиев. Под ним 3 надзирателя. И он смотрит, как увидеть такой чемодан, с такой радостью надо было смотреть. Берет, спокойно выбрасывает вещи в снег, забирает. И так при мне, чтобы не стали соврать, 30 таких заключенных разнял. Выходит очередь до меня. Открывает чемодан, снимает они вот эти горшки. Ха-ха-ха-ха-ха, начинает звезда. Он же верующий, он тут ничего не ест, кроме хлеба и там это, и чая. Ха-ха-ха-ха. Он говорит, да-да, еще не странность. Он не позволяет бриться-бриться, он специально машинку привез. У Вани не дает бриться-бриться, ха-ха-ха-ха. И я могу подтвердить, что он машинку привез с собой и чемодан из дома. Кто это говорит? Вот тот, который сделал вот это, что он поставил. Олимпиев сам. Я как я не упал в обморок, я не знаю, все врать, в мою пользу, да, так очевидно и вранье. 30 таких, но это еще полбеды, но вторая. Но они сняли это, видят машинку, они должны дать это проверять в то время. Они не стали проверять. Сразу отдают мне чемодан, и я прошел тщательную проверку из одного лагеря в другой. Тогда я был так раз, и потом еще раз, как назвал, тут и не назвал, тут идет суббота сейчас. Так я не могу ничего нести, так я уже и сам убил, я ему объяснил, мне нельзя нести. Так, но тогда я был настолько подавлен, что мне думать, что, понимаете, не в этом, как чудо. Меня люди говорили, теперь надо кончать афикуму, минутку. Я хочу сказать вам, что во время храма, когда были пасхальные жертвы, и когда было, кончали еду кусочком мяса пасхальной жертвы. Сейчас нет пасхальной жертвы, берем кусочек мяса, называется фикомом. И этим кончают, уже есть ничего нет. Я потом наливаю третий бокал и благодарю Бога за пищу, что он дает каждый день нам и всем живым, за страну, что обещал, за то, что мы имеем знак на теле и учили, как себя вести. Потом, что Бог пожалел народа, строил храм, власть Давида, и значит, это Сион, Иерусалим. Это я скажу вслух, все равно будет отвечать амин. Теперь наливайте третий бокал. Апикома, апикома. Кто украл апикома? Давай сюда. Где апикома? Ну ты знаешь, вот здесь посмотри, вот здесь. Нет? Вы не перестанете жить. А, вот он. А, молодец, Дисман. Все. Кизать. Афикоман – это память о пасхальной жертве Кабан Песах, а нужно его закончить и до полуночи. Все. Теперь мы моем руки на щиты, амай махоним, и делаем так, как амазон, наливаем третий бокал, уже налит. Хорошо. Шира маалок бейчу вадойной, бейчу ласийона ину кехоним. Май махроним, как амазон. Май махроним, ховах. Рабы Исаи, Мирон Бенчин, Юрий, Шибадуной, Мирох, Якуле, Аделом, Бешут Мирону, Рабонову, Рабы Исаи, Мирорев, Шохалу, Мишелей, Бору, Шохалу, Мишелей, Бору, Халину, Бору, Хатуады, Ну, Ирейну, Спасибо.
Благословен ты, Он, царь этого мира, сотворивший плод виноградный. Теперь мы наливаем четвертый бокал, и на нем мы заканчиваем, мы начали халел половину, другую половину закончим, и перед этим есть обычай налить еще один бокал специально, называйте его косим Ивановым. Смысл. Я сказал, четыре обещания Бог выполнил. Освободил из тяжелых условий труда рабских. Вообще перестали работать, вышли, получили Тору. Но обещание еще нашел. Полный хозяева земли и под властью Давида нет еще. Наливаем нам, мы верим, что слова Бога, пророчества, Ивановы, власть Давида вернется. И показать, что мы верим, что Бог сокрушит все темные силы, которые хотят нас убить и уничтожить, не получится. Мы открываем и говорим слова, что точно так же, как тогда, когда просили евреев выйти и не помогли, и были силы против, сейчас те, которые хотят нас уничтожить, мы говорим слова из псалмов. Были свои гнев на народы, которые про тебя не знают, и государство, которое ты умер, ибо он съел Якова и жилище разрушили. Те, кто уничтожали евреев, кто уничтожали. Чтобы были на них гнев, чтобы их настиг, твои брахалира по... Пламя гнева твоего. Преследуя их уничтожить под небес Бога. Все те, которые собираются убивать евреев, чтобы у них не было удачи. И как ты тогда нас избавил, избави нас сейчас. Если мы не заслужили, то написано вам не ради нас, а ради своего имени. Своего имени. Зачем будет надо, где же Бог? И дальше. Касался вот этого, зависит будет. Швех амосхо вагим, ашалей долухо, вал мамлохо и сашабшим холико, геохрес яки, веснави ойшаму, швех алей замалгина поясим, тебе в биапе сашмидым, Митахас, шмей Адоной. Дальше мы говорим псалмы Давида, что называется Саввел, что я уже сказал, что если мы не заслужили, ради своего имени избави нас. И он говорит о том, что Бог нас вспомнил, и из всех бед он нас выручил. Там есть интересная фраза Гаманты, что ты спас мою душу от смерти. Я это часто говорю, вспоминаю события жизни. Кихилатса навшими мовы со синими дима саглими дехи. Ты спас мою душу от смерти, мой глаз от слезы, ноги, чтобы не споткнуться. Вы не знаете, что значит быть исследователем, и как секунду ты можешь стать заносчиком, не желаю этого. И я еще имею схуд асалех, лифни ашем бахтаса хаин, и цитая дрогом стана в жизни верации свою. Хемандики адады они анисимеид. Один лагерь мне сказал, трудно было поверить тогда, но я верю, что придет время, я сейчас умею говорить. Хемандики адады, я верю, что буду говорить, они анисимеид, когда я еще был очередь. И чем я могу отдать Богу за все сделанное мной? Бокал о спасении, рассказывать чудеса Бога и так далее, и так далее. Тут есть. После этого пьем четвертый бокал, опять преклоняемся до конца четвертый. И делаем браха охрана. Баруха твоя мирина малаха, и лом берет кладовы. Я делаю сокращенный браха. За вино, за винограды, плод, и за страну, и могу за всех, чтобы пожалел Израиль, Иерусалим, Сион, жертвенник, храм, насколько я сам. Боруха Туалин, Ирина Малахилом, Алагефен, Алапе, Агефен, Валкнулас, Асаде, Валат, Сундот, и Боруха, Войша, Тисел, Халтула, Висин, Рахим, и Пио, Лежды, Амитуло, Ахим, Агмир, Вин, Алисой, Амеха, Вадешвай, Мерехам, Валцирин, Мишкан, Кведеха, Вал, Мисбехеха, Валеха, Леха, Он не шла меня к нему ямину, а вину с сихов сам хилим без него, но не хал ми пием, не сбам ми тулом, но ехал ям гидушо второ. Ки афанет его митер хилим на холос, ва пригафно, буха тоне, а лоот ва пригафно. Теперь мы можем сказать, что мы кончили порядок, как спали. Да, как спали мы кайты в кроме Песах, и чтобы мы имели сход совладание выполнять. Хасал сиду Песах, ки хилхосы, כחום משפוטה וחוקוסי, כאשר זכינו לסדר איסי, כי נזכר לסיסי. זוך שכמינו, כי נמכר לו דס נמונו, וכל עיניים נפתחן הפדויים רציים ברינו. ובסי גברי לנס הסלובה פדויים רציים ברינו, פלדום רציים ברינו, פלדום את פסני. Точно так же, как наши предки не теряли надежду и знали, что Бог обещал нас вывести из Галута Египетского,
мы убеждены, что этот Галут, который тянется уже почти 2000 лет, тоже очень скоро кончится. И мы все соберемся, не только так, как мы сейчас находимся в Иерусалиме. Наступит счастливое время, которое говорили все пророки, и Бог говорил в Торе. Бог тебе соберет из всех народов и пожалеет, и будет жить еще лучше, чем раньше. Весь мир поникнет себя в единого Бога, перекуют мечи на Уралы, и будет у евреев власть Давида, и будет отстроен храм. Это имеется в виду Иерусалим, и отстроен Иерусалим. Не просто, что мы шагаем по Иерусалиму. Теперь мы споем. Лешоно хабо, Иерусалим, лешоно хабо, Иерусалим. Лешона або, Иерусалим, лешона або, Иерусалим, Аллилуйя. Лешона або, Иерусалим, лешона або, Иерусалим, лешона або, Иерусалим, лешона або, Иерусалим, Аллилуйя. Лешона